Ну как же открыть дополнительный выход в игре Roblox Школа Гренни? Легко. Открываем левую дверь, открываем правую дверь. Не забываем попрощаться с бабушкой и смотрим это видео до конца. И добро пожаловать на канал Люцийка. А я Люция. А меня зовут Богдан. И сегодня мы будем играть в игру Гренни Школа, потому что здесь появилось обновление. Обновление появился дополнительный выход со школы. И в этом видео мы попробуем открыть этот дополнительный выход. Мы берем красный ключ. Только нам он не нужен, потому что та дверь, которую мы хотим открыть, там синий ключ. Бросаем красный ключ. Берем вот эту бурильную установку. Ой, бабушка, бабушка бежит. Так, убегаем. Убегаем. Открываем дверь. Вон она стоит. Ты видишь? Да. Так, а тут какой-то мальчик. Вместо головы у него пушка. Ты видишь? Смотри, с пушкой на голове бегает. Так, вот эту дверь мы сегодня попробуем открыть. Да, синий замок, синий ключ нужен. Бежим. Сейчас будем... Да, молоток нужен. Пробиваем стену. Там еще стена. Еще одна стена. Сейчас мы ее опять пробьем. Бежим. Ищем, где наши инструменты, где наши молотки, плоскогубцы. А вот молоток, кстати, надо запомнить. Сначала мы пробьем стену. Надо прочистить пути, чтобы убегать от бабушки. И сейчас вот последнюю красную стену кирпичную мы тоже пробьем. Все, теперь нам бурильную установку не надо, мы ее выбрасываем. Да, берем зеленые плоскогубцы, они нам пригодятся. О, ребята, хорошо, что вы с нами бежите. Будете бегать с нами, может быть, все вместе убежим от бабушки. И с этими плоскогубцами бежим, и там есть специальная комнатка с железным электрическим щитком, в котором надо перекусить красный провод. Ай, блин, бабушка, как ты неудобно пришла сюда. Теперь придется в обход бежать. Да, точно, да, она там стоит, поджидает нас. Ну, придется сейчас по кругу побегать, чтобы перерезать тот красный провод. Дети за нами бегут, да? Да. А мы сейчас побежим. Вот прибавилось. Вон, бабушка, видим мы тебя. Да, видим. Ты за нами по кругу ходишь. Давай, иди сюда. Мы должны удостовериться, что ты нам не помешаешь электрощиток, провод отключить. Пока бабушка за нами медленно ползет, мы бежим. Открываем дверь в туалете, чтобы она, вот препятствие небольшое было для нее. И бежим вот в эту электрощитовую. Она сейчас будет с правой стороны. Вот за этими ящиками. Подбегаем к двери, открываем дверь. Вот этот электрощиток. Взбивается железная пластина. Перекусываем красный провод. И где наша бабушка? Там. Я пока не вижу ее. Вот там сзади. Да, где-то спряталась, наверное, за углом. Да. Давай посмотрим. Так, аккуратненько подходим. Нету ее. Бежим, вот, уже отключили красный провод, и посредине зеленая красная лампочка начинает гореть зеленый. Бросаем плоскогубцы, они нам сейчас пригодятся. И где бабушка? Не вижу. Где она? А вон она, блин, она из туалета выскочила. Убегаем. Она выскочила из туалета, она там спряталась, она поджидала нас. Посмотрим, что там. Кажется, она кого-то поймала. Потому что, да, она поймала там. А нам надо вот эта доска, да, эту доску мы берем. Вон она поймала девочку. Да, выскочила, мы пробежали, а она поймала ее. Ну, какая хитрая бабушка здесь. Нам с этой доской... Доской такой большой. Надо сейчас
подойти к этой двери, которую мы хотим открыть. Ой, аккуратно, аккуратно, капкан поставила. Ну какая! Ой, мы попали с капкан, быстрее открываем, быстрее, быстрее, пока нас бабушка не поймала, быстрее, быстрее. Ну-ну, нет, нет, где бабушка? Хух, пронесло. Ой, пронесло, нету. А вон, смотрите, Балди там стоит, видели? Зелененькой футболки. Даже в этой игре Балди есть. В этой школе. Так, вот мы подходим к двери. Поворачиваем в угол. Забираемся на металлический ящик. Подходим. И вот вставляем эту досточку. Теперь берем плоскогубцы. Проходим по этой досточке. И перекусываем этот красный проводок. Теперь у нас надо... Видите, уже было две красных лампочки, сейчас две зеленых уже светятся. Теперь нам надо молоток и достать. Карточка. И карточку, и ломик. Да, сейчас где-то здесь молоток валялся, когда мы здесь бежали, мы его видели. А, вот он, берем молоток. Ну, что ты не берешься? Так, надо смотреть, чтобы бабушка сзади не подкралась. А то она такая хитрая в этой игре нам попалась. Кто-то дружбу нам предлагает, но мы пока занимаемся открыванием двери. О, еще кто-то предлагает дружбу. В этой игре все хотят дружить. Еще кто-то предлагает дружбу. Так, берем молоток и бежим, бежим к этой двери и сбиваем вот эту деревянную досточку. Да, бьем, бьем, бьем по ней, она исчезает. Все, теперь она нам не мешает. Пенка, карточка нужна. Да, теперь надо зеленая карточка. Так, бабушка, она опять в туалете там? Не? Нету ее там? Нету. Не спряталась она там? Может, здесь где-то? Может, тут прямо в туалет ушла? Нету? Ой, нет, а здесь? Ой, нету. Зато карточка есть. Класс. Ключ-карту мы нашли. Берем эту ключ-карту. Так, аккуратно. Нету бабушки? Нету. Хорошо. Бежим, бежим к нашей двери. А Барби убьет нас. Оглядываемся по сторонам. Смотрим, где бабушка. Подходим. Ну, пока мы без ломика не можем ключ-карту вставить. Поэтому нам нужен ломик красный. А где этот ломик, мы пока не видели. Зато тут, наверное, мальчик от бабушки прячется. Точно. Она возле двери стоит. Смотри, смотри, видишь? Опять за нами бежит. Опять бежим, опять убегаем, убегаем. Опять сзади бабушка. Пока нету, пока нету. Будем бежать сейчас, искать наш ломик красный. С помощью этого ломика. О, смотри, она за нами пошла. Ты видела? Я понял, что она за нами пошла. Здесь капкан, капкан попался. Если мы сейчас не откроем капкан быстрее, чем она придет, то мы попадемся. Открыли? Хух, хух, не попались. Ой, ну какая хитрая, поставила капкан и нас в ловушку заманила. Вот какая умная сегодня бабушка попалась. Берем нашу бурильную установку. Потому что мы, кажется, еще... Ой, опять попались! Блин, одни капканы бабушка пораставляла. Одни капканы. Быстрее, она может сзади быть. Быстрее, открывайся. Фух, пронесло, открылось. Так, бежим с этой камнеломкой, кирпичеломкой в последнюю комнату. И мы еще одну дверь забыли там открыть. Там, наверное, наш ломик. Или синий ключ там будет. Сейчас посмотрим. Вот она. Вот. Ломаем стену. И где? И что? Блин, ничего нету. Смотри. Всегда здесь или ключ валялся, или ломик, или молоток. А сегодня вообще ничего нету. И где же... Опять бабушка. Опять она, блин, по пятам идет, по самым... Смотри, только за Люцейкой бегает бабушка. Ну, ты налево, мы направо. Ну и до свидания. Бежим, да? Убиваем? Ну, сейчас мы ее перехитрим.
Я, кажется, вспомнил, где может еще. Мы не смотрели вот в этой комнате. Вот в этом классе, в школьном классе. Мы еще не были. Да, вот тут дверь открыта зеленая. Вот здесь может быть. А вон, я вижу, вижу. Синий ключ, да. Берем синий ключ. И вот смотрите, как здесь можно убежать от бабушки. Синий ключ, бери быстрее. Сейчас бабушка по пятам идет за нами. Где она, где она? Я пока не вижу. Пока не... Вот она, вот она. Ой, мы попались, мы попались. Но тут есть маленькая такая хитрость. Залазите на этот железный ящик и смотрите, куда бабушка пойдет. Ну, куда ты пойдешь? Наверх, а мы вниз и на выход. Ой, смотрите, она тоже на выход побежала. Ладно, фокус не удался. Посмотрим, что она будет делать. Наверное, сейчас капкан поставит на выход. Да, поставила капкан наверняка. А мы сейчас попробуем от нее убежать. Да, вот за столом стоите, она налево, мы направо. И бежим, бежим, быстрее, быстрее, быстрее. Мальчик, спасибо, что открыл дверь. Вот капкан. Притискиваемся. Ай, блин! Блин, нас сейчас поймают, поймают. Мальчик, помоги, помоги. Смотри, мальчик помогает нам. Ой, смотри, мальчик помог. Мальчик помог, мальчик отвлек бабушку, смотри. Он, наверное, там, да, он там остался, но он помог нам. Представляешь, какой добрый, хороший мальчик попался. Бабушка уже к нам подошла, но нас не смогла прикоснуться к нам, потому что мальчик помешал. А мы быстрее бежим, бежим, открываем дверь, открываем синий замок ключом. Вот, отлично, открылся. Не молоток, а этот ломик, красный ломик. Где же он, где же? А вот он, смотри, я нашел его, вот он. Смотри, он не в комнатах был, а здесь просто на проходе. Где, где бабушка? Быстрее открываем, открываем металлическую решетку здесь. Давай, давай, ну, что, я не туда нажимаю или что? Или не открывается? Ой, я, кажется, ломик из рук выронил. Все, я подобрал, открыл. Берем ключ-карту, открываем ключ-карту, открываем левую дверь, открываем правую дверь. Не забываем попрощаться с бабушкой. Мы же вежливые. Бабушка, пока-пока-пока, бабушка. Пока-пока. Мы убегаем. Пока. Пока. Если вам понравилось видео, подписывайся на наш канал, нажимай на колокольчик. Всем пока-пока. Пока-пока.